Дозвольте, представлю, Анна Демір-Палац, сімейний психолог. Доброго ранку, дякую, Доброго що ранку, завітали. Анна. Будемо говорити, ну, як завжди, на актуальну тему, і я думаю, що яка стосується, ну, практично, щоб сказати, кожного із нас, тому що думаю, що почуття ревнощів ми відчували і будемо ще відчувати в своєму житті. Отож, що таке ревнощі і чи правда, що вони підтверджують згасання почуттів? От давайте розбиратися в цьому питанні. Да, здравствуйте еще раз, девочки. Смотрите, в прошлом эфире, да, мы с вами говорили про стадии любви. Да. И как раз вот у нас есть первая стадия, когда мы очень сильно увлекаемся партнером, и как бы мы ждем, что это будет вечно, вот такая вот сильная привязанность, сильная любовь, да. И вот как бы если говорить про ревность, да, то это вот одна из составляющих вот таких вот сильных чувств, сильной привязанности, да. Как она развивается? Вот представьте так, например, да, передо мной сейчас сидит мой партнер, и вот мои ручки протягиваются, так вот вперед протягиваются, к чему? К его шее. Да, то есть я держу его за шею, да, то есть, например, своего партнера, и так остаюсь в этой связке, да, то есть хорошо, если еще мой партнер также ручки протягивает. Взаимозаключено. И вот смотрите, представьте, насколько вот гибкие и маневренные мы, когда мы друг друга держим за шею, да, то есть такая вот классная сцепка. Это один из моих учителей, вот как раз он нам показывал это на тренинге, выглядит просто замечательно, да, то есть вот в этой сцепке, когда мы пытаемся как бы, а как же вот, да, вот даже притянуться к друг другу, то есть это контроль, полный контроль, власть над человеком, да, то есть хотим ли мы, да, задаемся тогда вопросом, чтобы именно вот эти чувства присутствовали в наших отношениях. Да, то есть ревность это про то, что я держу кого-то, я контролирую кого-то, я испытываю полную власть над этим, да, и, собственно говоря, мой партнер становится моей собственностью, да, то есть моей собственностью, которой я хочу управлять, хочу контролировать, в общем, хочу все, что хочу, то и делаю. Ну, давайте так представим, приятно ли вам, когда, да, будет, когда в каких-то отношениях с вами делают все, что хотят? Ну, я думаю, а як інколи кажуть, що невеличкі ревнощі, це навіть добре, ну, позитивно, що має бути. Да, смотрите, смотря на каком уровне мы испытываем эти ревности. То есть там тоже есть вот градация некая, да, этих ревностей. То есть если говорить о дикой такой животной ревности, когда, которая доводит там в великих фильмах, да, до того, что кого-то душат, там убивают или еще что-то из-за ревности. То есть такой, скажем так, самый низкий уровень, который не ведет к конструктивным решениям. Хотя на самом деле вот такая ревность большая, да, это же огромная энергия. Это то, что имеет человек в своем распоряжении, но направляет эту энергию не в конструктивное русло, да? Но когда ревность, например, как некого такого больше повыше уровня, да, то есть когда человек изучает себя, изучает свои отношения, пытается понять своего партнера, понять себя в этих отношениях, да, то ревность становится неким таким состоянием, когда она заставляет меня немножко меняться, да, то есть я могу себя улучшать, то есть я понимаю, что это какой-то стимул для моего собственного развития, то есть тогда она имеет некое вот такое вот позитивное составляющее, позитивное, да, то есть и когда вот некая легкая ревность присутствует в качестве какого-то флирта, в качестве, скажем, такого, вот, да, принципа показывания, что, ну, ты мне неравнодушен, да, то есть я могу в это поиграть, но тогда, когда это осознается, что это легкое такое вот чувство, да, когда оно не настолько сильная привязанность, не настолько сильная вот эта веревка, которая меня тянет к партнеру, только к нему, и только от него я хочу получить эту любовь, да. Вот, то есть вот тогда вот, когда она становится более легкой, более такой вот игривой, что ли, да, то есть в отношениях, тогда это может место быть действительно, и даже может каким-то образом отношения подогревать иногда, да, то есть иногда даже, смотрите, как вот даже биологически, да, то есть нам же интересно вот в природе посмотреть, как, ну, то есть, что испытывает, например, там, пусть кто-то борется, олени там, да, борются за свою, то есть, будущую там жену, да, вот. Ей же как-то так нравится, что вот такие ребята сражаются за нее, да, но в неком таком смысле, да, что это ощущение своей какой-то значимости тогда испытываешь, да, что ты действительно нужен партнеру. То есть это создает чувство такого некого превосходства, да, что вот все-таки я могу, то есть я действительно интересная личность, там, например, что за меня так борются. И также можно посмотреть, например, на со стороны там, своего партнера, если вы не относитесь к этой ревности как вот привязке, например, вокруг него флиртуют красивые девушки, да. И если это чувство действительно вы умеете им управлять, и вы уже знаете, что
это некая такая составляющая, которая возникает в силу каких-то наших биологических особенностей, да, там, защиты своего, своей территории, да, то интересно понаблюдать, да, что ваш партнер вызывает столько интереса, да, то есть, и что действительно это очень интересная личность, и даже может возникнуть некая такая вот гордость, что вы рядом с таким человеком. Так, ну, но это другая сторона. Так, а да. Вот давайте все-таки не про дуже гарну сторону, коли вже, ви кажете, стадія ця вже така епічна, да, ну, епіцентр цих ревнощів, і телефони перевіряють, і кожен крок, і кожне слово. От як в цьому разі бути, як і тій стороні, яку ревнують, і та, яка ревнує? От, да. Хотілося почути. Ну, от якраз от це складна, да, сторона іменно ревності. Тобто, коли ми знаходимося в цій сцепці. Да? Ну, естественно, первое, что нужно осознать, давайте так рассмотреть, да, свои все действия, связанные с ревностью. Ну, то есть какие-то действия. Да, там шантаж какой-то уже, там не иди туда, держать своего партнера рядом, не пускать его куда-то пойти с друзьями. Да, то есть у меня, например, вот буквально недавно пара на консультации была, то есть муж ходит куда хочет, встречается с друзьями как хочет, но жену он не отпускает, а ее там плохому научат, а там плохое что-то ей скажут, это плохо на нее повлияет, да. Вот, то есть вот таким образом он ее ограничивает, ее пространство, да. Конечно, в первую очередь нужно в первую очередь осознать, куда же вообще в принципе эта ревность приводит ваши отношения. Да? То есть, и что вы вообще, какие вы действия осуществляете, для того, как проявляя вот эту ревность. Да? То есть, если партнер приходит, вы показываете постоянно свое недовольство, там, принюхиваетесь, да, там, контроль, что у него в карманах, угу. Там, опять же... Детектор такой приходит до дома и проверяет. Да, 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 понимаете, ну, и вы наверняка с этим знакомы, когда действительно контролируются все телефоны, ставятся специальные программы, записывающие устройства, да. Телефонують друзям, чи правда там була людина з тобою? І така ревність, вона, в принципі, для отношений розрушаюча. Причому вона настільки токсична, що вона розрушає вже, да, на біологічному рівні. Тобто, які чувства испытывает той чоловік, которому испытывает такой уровень ревности? У нього, естественно, вже упадок гормонов счастья, да, то есть он испытывает в отношениях постоянную тревогу и напряжение, да, к чему это приводит? Это улучшает как-то ваши отношения? Нет, да, то есть здесь очень важно первый шаг, который, да, это осознать, что происходит с вашими отношениями. А ось як, не, да. Щоб не переросла ось така от ревнощі від флірту до ревнощі ось таких от прям, що от хочеться тримати усе під контролем. Ну, якщо вже говорити про шаги, як зі своєю ревністю справлятися, то там кілька шагів, да, ми можемо просто виділити. Да? Давайте, я думаю, всім як, цікаво як буде так. Як позбутися все ж таки маніакальних ревнощів? І чи можливо таких? Взагалі позбутися ревнощів? Можно, да, это можно, но это, конечно, очень глубокая работа над собой и над своими отношениями. Да. Все. Завжди казали, що від стосунки між чоловіком і жінкою це дуже важко. Але як розпочати працювати? Да. Безумовно, що це не одного дня справа, що це треба, конечно, дійти до цього психологічно. Але да, все ж таки, отакий перший такий крок. Ну от якщо ви вже осознали, да, що уровень вашої ревності, ваших отношеннях дійсно дуже високий, да, що це як-то впливає на ваші отношення, що це приносить якийсь дискомфорт і вам, і вашому партнеру. Первое, да, то есть тогда распознать все, что вы делаете, что как бы убивает вашу любовь, чувственность в ваших отношениях. Ну вот тоже те же банальные действия по проверке телефонов и все остальное. Добавляет она счастье в ваших отношениях? Не добавляет? Проверьте, то есть проконтролируйте, да, то есть то, что вы не пускаете своего партнера на какие праздники, да, и может быть и сами не ходите, чтобы вдруг там как бы не случились неприятные какие-то события, и вы там себя не проявили как-то. То есть все ваши страхи, все как бы, да, то есть вы реализовываете. Вот то, что вы делаете не так, то, что не помогает отношениям, вы подчищаете, да, то есть старайтесь это все убрать. Но, естественно, понимаете, это глубокая работа над собой, это же встреча со своим страхом. Ведь за ревностью стоит в первую очередь базовое что? Страх. Страх. Мы все считаем, да, что, понимаете, вот так, некая такая иллюзия есть, что ревность на самом деле это нормально в отношениях, что это про верность друг другу. И таким образом мы как бы бессознательно сохраняем отношения. Да, то есть все ревнует, то кохает, да, так, да, да. И мы думаем, что это даже наоборот, цель моих, вот я же не просто хочу, я просто хочу, чтобы не утекала куда-то энергия, которая есть в нашей семье, правильно, да? То есть я хочу улучшить отношения, как бы с позитивным намерением творю вот такие вот дела, и только
подпитываю свою вот эту вот ревность, которая у меня зарождается, да? Це треба на підсвідомості розуміти, що... А от якщо, ну, наприклад, ну, я сам про себе скажу, да. Наприклад, да, да, я да. теж, я дуже ревнива, але так. у мене буває так, що я от, ну, на підсвідомості якось думаю, та, ну, на що рівнувати, треба довіряти людині, просто довіряти, з ким я спілкуюсь, з ким я там, наприклад, зустрічаюся, а от коли зустрічаюсь, от все, щось десь побачу, все, тримайте мене, бо буде страшно. От що робити в такому випадку? Смотрите, ну, подышати. Это, понимаете, вы говорите про экстремальную ситуацию, уже попали в нее. Ну, конечно, в этой ситуации нужно успокоиться. То есть все, что вы можете достигнуть... До 10 дорахувати, так? До 10 дорахувати, подышать. Дыхание – это то, что первым как бы может достучаться до нашего беспокойного мозга. Потому что у нас мозг состоит из трех частей, и базовая его часть, самая древняя, да, рептильный мозг, он реагирует ни на что другое, ни на слова, ни на, там, скажем так, даже какие-то телесные прикасания – это одно из того, за то, что он реагирует, но на самое первое – это дыхание. То есть если вы можете сесть и просто подышать, так, оно не мешает, но оно не мешает. Да, все равно дыхание не останавливайте. Просто реакции, они замедленного действия. То есть оно вам поможет, но не сразу, вот прямо с секунду в эту секунду. Да? То есть вот это немножечко то, что может вас успокоить. Но это уже когда мы говорим про конкретную ситуацию. Но нам же надо говорить про глобальную работу над собой. То есть эта ситуация, понятно, там вы успокоились, там что-то для себя сделали. Пошли, отдали, там, так, а что работать, да, ждали. Да, то есть нам же нужно прийти к тому, чтобы мы не приходили к данным ситуациям, да? Вот, дальше возвращаемся, да, к работе над собой. Это один из, вот, первый этап, да, подчищаем то, что мы понимаем, что в наших отношениях разрушает. Убираем такой стереотип, что я с намерением как бы лучшими сохраняю так отношения, да, то есть это бессознательная такая у нас установка, что это как-то помогает. Выкидываем, да, эту установку, да. Третье, да, то есть это мы встречаемся со своими страхами. Вот здесь как бы очень важный момент, да, то есть встретиться. Например, если даже вы на вечеринке, да, то есть вот конкретный момент, и кто-то к вашему там супругу, да, подходит какая-то девушка. Естественно, первая реакция – разорвать, порвать на ней там платье, то что-то, да, все что угодно, да, сделать такое. Да, вот. Но мы что делаем? Мы встречаемся со своим страхом. Что значит с ним встретиться? То есть, ну, что можно сделать? Подойти, правильно, в этой ситуации, и поговорить с этой девушкой. Здравствуйте, как вас зовут, да, то есть, но проявить интерес не сразу же там, хотя и хочется внутри там, как бы ей там выплеснуть шампанское или еще что-то, да, вот, но мы... И так, тримаєте той келих, посміхаєтесь і привіт, мене звати Тетяна. Да, да. Понимаете, несмотря на все ваше напряжение, да, то есть, несмотря на то, что действительно уровень ревности высокий, поверьте, если у вас действительно в паре отношения развиваются, ваш партнер видя, да, что вы очень стараетесь над тем, чтобы повести себя как-то по-новому. Он только оценит и еще больше в вас влюбится, когда вы сделаете этот шаг, правда? Он увидит в вас общительную особу, та, которая действительно над собой работает, да, а еще проявить себя приятно как-то в общении, да, то есть познакомиться, установить контакт. И в первую очередь, что происходит? Развеивание своих страхов. Потому что зачастую вот именно там, где присутствует сильная ревность, на самом деле как раз проблема не в партнере, да, то есть, а проблема в том, кто эту ревность сильно испытывает. Дякуємо. Да? Дякую вам. Да, жаль, час так швидко плине, коли слухаєш вас, не встигаєш стільки запитань. Єдине, що давайте поставимо крапку. Ревнощів можна позбутись, так чи ні? Да. Так, можна. І улучшати свої нужні отношення. Але неправильну роботу над собою. Не сравнивать себя с другими, улучшати свої отношения і работать над собою, наполняться самому чем-то новым, то, что вам нравится, то, что вы любите. Так, відносини, друзі, це робота. Дякуємо вам, ще обов'язково зустрінемось в нашій студії. Анна Демір-Палац, сімейний психолог, була в нашій ранковій студії. Дякуємо вам.